поселке Комсомольском Октябрьского района при поддержке «Лукойла» возвели модульный дом культуры. Финансовые средства выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией и правительством региона. Открытие социально значимого объекта состоялось сегодня в ходе координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов. Губернатор Югры высоко оценила совместную работу нефтяников, местной администрации и подрядных организаций. Здание сельского дома культуры, филиала Центра культуры и библиотечного обслуживания. Он построен на средства компании «Лукойл», софинансированием из муниципального бюджета. По итогам всех проверок здание соответствует требованиям технических регламентов, проектно-сметной документации. Спасибо компании «Лукойл» за поддержку социально значимого проекта. В новое модульное здание переехали филиалы сельского дома культуры, а также центра культуры и библиотечного обслуживания. На площади 252 квадратных метра разместили концертный зал на 70 человек, библиотеку с книжным фондом, более 8 тысяч экземпляров, кабинеты для кружковых занятий. С Октябрьским районом у нас добрые отношения. Мы за счет средств компании «Лукойл» строим дороги, линии электропередач, построили газовые котельные. Но поверьте, самое приятное – это когда мы эти деньги направляем на социальные объекты. Когда ремонтируем детский сад, ремонтируем школу. Я уверен, что сельский дом культуры станет центром притяжения. Это и различные мероприятия, это и библиотека современная, это возможность у воспитанников заниматься в составе каких-то клубных формирований.